Так, что мы имеем? Дазл это хорошо, потому что Акс ульта рубит всю эту тему. То есть нам пофигу на Дазла. Марта пофигу, потому что мне с руки ее бить не надо. Пофигу на мисы, я ее буду рубить. А, тем более у меня будет Blade Mail, поэтому когда она будет критовать, это будет даже на пользу. То есть два героя уже пофигу. Морф, ну единственное минус, что он может убегать от меня. Ну а так, перекачка, неприятный герой. Тайт пофигу, ну и последний герой непонятно пока. Ну такое, в принципе, пик мне... А, алхимик пойдет. Главное, чтобы не шестислотовый. Не длилось, чтобы игра 70 минут. Так, еще я буду... А! Так все вообще замечательно, ребят, поверьте мне. Сейчас узнаете. Так, ну и колечко возьму. Собственно, посмотрите на вражеский пик. Очень большая вероятность, что у меня на миде будет милишник. Что-то на уровне алхимика. Ну, скорее всего, алхимик и будет стоять. Я не верю, что придет морф. Есть, конечно, вероятность морфа. Ну, вообще, я думаю, будет алхимик. А акс против милишника, это иди сюда. Поэтому это хорошо. В смысле, мне мид отняли. Кто мне мид отнял? Акс, дай мид. Нет, дайте мне мид. Пойди солонист и пофарми. У меня мидовый закуп. Тут посмотри на вражеских героев. Мне никто на миде ничего не сделает. Я тупо запушу линию. Я как бруда буду. Так, Трин. Да все нормально. Дают мне. Дают мне мид. Все окей. Так. Назлевич. Ну-ка, покрутись. Ну, раз. Вот сейчас можешь крутиться, да? Не. Нормально. Так, кто у меня на миде стоит? По закупу. Фантомка, возможно. Морф. Кстати, вот с таким закупом я бы не ходил на морфе мид. Честно скажу, потому что закуп какой-то больной. Скорее всего, морф соло легкую. Точнее, не соло, а с дазлом. Ладно, все, погнали. Хватит базарить. Погнали. Вот сейчас ФБ еще намучу. Еще и баунти. О, так мне еще корнишоны дали. Ой-ой-ой-ой, как же вкусно. Вкусняшка. Так, а кто на миде стоит? Я так и не понял. А ну сюда иди. Покрутись, Акс, плиз. О! А еще разок покрутишься? Шо? Так, тут дазл подходит. Ладно, так, банку принесем. Да нет, в миде будет, походу, морф с дазлом стоять. Хотя, что-то это ненормально. Ну ладно, я в любом случае жду банку, потом захожу за ТВРа и стою здесь АФК. Сейчас пока жду банку, не буду никуда катить, потому что иначе курица банку не донесет. Так. Погнали. Ладно, можно его поджечь один раз. Ну и все, я под тринтом, под всей этой темой. Вкусно, вкусно. Нет, ты к крипам не подходишь. Ты тут стоишь. Да, побей меня. Все, и на самом деле, ну, на этом рейтинге парень просто сейчас не знает, что ему делать. Вот он стоит. Я его вот так вот сделал. Еще сейчас псагрю разок и вообще убью. И все, стоим АФК. Крутимся, там, вертимся. Так, а ну-ка. Пришел, значит, говоришь. О! Так, а может я руну возьму? Здорово, Стрей, как дела? Нифига себе, он резкий. Здорово! А, не могу. Здорово, нормально. А чё, крипы за мной пошли? Ну, короче, ты тащи, я тут бесполезен. Чего? У меня трентуха, братуха.
АФК стоит. Я вообще... А как тебя занесло сюда? Как тебя занесло сюда? Так у меня миллион аккаунтов. А, понял. Ну, все нормально. С элеватором поиграли. Так. Так, все, топор есть. А ну иди сюда. Иди сюда, я сказал. Во. Четвертая минута под Т3, все нормально. Так было задумано. Репорт Морф пишет Дазл. На самом деле я бы тут ничего на месте Дазла не писал, потому что Морф ни в чем не виноват. Во-первых, мы немножко по риту с ним различаемся. Во-вторых, Морф против Акса — это не лучший герой. Акс, он заходит за товарами, и Морф ничего не может сделать. Так, а этого мы убьем? Убьем. О! Химик пришел. Ну ладно, за ним гоняться это дело такое. Подождите, он еще решил взорваться. Ладно, тогда беру свои слова обратно, погоняюсь. Ну, я не хотел, честно, его убивать, он сам взорвался. Я даже не подозревал, что он будет такой грязью заниматься. Так, а вот и Дагер тем временем. Так, подождите, вот. Есть тангус. О! Фражина, ну нужен дагер. В любом случае. Дагер, дагер, дагер. Пойду даблкил заберу свой. Хотя, мне кажется, бруда сама должна. Я ж не... О, алхимик. Блин, я... глаза разбегаются, хочу всех. Но сейчас же пойду за этой сучкой, она сдохнет. Ладно, тайдуха стоит. Вот тут стоит вард, если что, ее попытаюсь догнать. Ну, мне кажется, она побежала вот так вот, почему-то. Нет, она осталась там. Тайдуха такой себе парень. 490. Ну, блин, ну где она может быть? По сути, вариантов не очень-то много. Ну так, сагрил, чтобы она свижена не пропала. О, пачка криков. А что Тайд себе думает вообще? Так. Так, и на верхнюю руну. Так, иллюзии хорошая руна к фарму. Значит, одну сюда, все, фармим. Так, надо сагрить крипов. Нажимаем на морфа, крипы агрятся. Мы же не хотим ману тратить на первый скилл. Так, и вот, пацаны. Фарм вообще, всю карту фармлю. Я как на наге сирене бахаю. Так, что... О! 303, сколько там граница? То я нуб. 250. ГГ. Так, надо блейдмейл сделать. На дазл нажимаем. Крепыши сагрились. Только осталось покрутиться чуть-чуть. О! Так тут тоже... Блин, повсюду фраги вообще. Вот это нормально. Так, 2200 на блейдмейл. Пойду за фантомкой. Блин, тут кентаврика не дофармила иллюзия. Ну, слабенькие иллюзии у меня, потому что хп нету. Не надо, блейдмейл, собери что-то в керри. Да, смысл в керри? Я же хочу убивать, больше фрагов делать.
Поэтому самое то сделать Блейдмейл, он будет мне помогать убивать. Вот этого парня, например, надо убить. Помните, я говорил по поводу мясов, что мне не важно. На самом деле, когда я не попадаю из 5 ударов ни одного, это плохо. Ну, конечно, сука, я еще ее не убил. Блин, мне еще... Подожди, опять этот алхимик. Взорвись. Сука, скинул. Тихо, пацаны. Ай, снаряд дал мне. А ну. Да не, шарит. Вообще стеканы еще нужны. Так, ладно, огров подфармим. Вообще задроты выкладывают транквилы. А крутиться будем? Ну покрутиться чуть-чуть. Я ж много не прошу. Вот сейчас. Ну давай немножко. Ну один раз, спасибо. Так, все, стекан возьму, потому что там много скиллов. Ну как бы маны мне не хватает. Щиток сейчас придется продавать. От щита толка никакого нету. А вот стики и Блейдмейл — это хорошая тема. О, Блейдмейл, кстати, у меня шмотка походу есть. Чтоб Блейдмейл был таким интересным. Подождите, что-то я не то мучу. Ладно, телепорт пусть в этом слоте лежит. Все, ищем противников. Вот здесь Тайт, Бруда с Некрами один. Окей. Рили ГГ. О, этого тоже берем. А, так у меня же еще, оказывается, ульта не в 2. Я думал, у меня уже левел там 200-й. Стилер вонючий. Думал, у меня там левел уже 11-й там и так далее. А у меня только 10-й. Что я за днище? О! Это кто? А нет, Тайдуха такой себе вариант. Го-го-го, Тайда! Давай. Сейчас там... А, блин, пачка... А, там еще дазл есть. А не. Не-не-не, одного не хочу агрить. Крутиться не будет. Сейчас. Да, Сагрик, подерись. Ладно, сам. Крышечка, решетка. Эдзе, спасибо огромное за 10 баксов. Ай! Будь человеком! А, не туда. Все, иди сюда. Эдзе, спасибо огромное за 10 баксиков. Тут напряженная ситуация была, однако. А, так я ультракилирую. Спасибо большое за 10 баксиков. Еще раз. Сколько я раз сказал? Раз 10, наверное. За каждый баксик спасибо. Так, ну, что мне надо? Мне осталось аганим сделать, и жизнь налажена. Да, дерево красава. Дереву надо лайкоса давать. Кстати, у нас еще легионка есть. И Бонни Флетчер у нас. Похилю тебя банкой. Ты заслужил. Зачем аганим? Как это, зачем аганим? Потому что я сейчас сделаю аганим себе на 17-й минуте. Или на 16-й. Или еще раньше. Я просто буду
щелкать их, по сути, с удара, с ульта, я не знаю, потому что у них нету ХП, у них нету шмоток. Ну, у алхимиков. Давайте посмотрим. У меня порог без аганима 325. Сколько у алхимика ХП? 845. То есть, по сути, это сагрить, раскрутнуться и можно рубить. Вот. А, так тут засада. А, хорошо агрю, в принципе. Как в лучшие годы. Так, ладно, это все нормально, но надо бы уже делами заниматься. Сейчас алхимиков сломать. О, покрутиться чуть-чуть надо. Еще. Блин, одной прокруточки. О, хватило. Все, нормально. Ульта вовремя закончилась. Ах ты, дерево. Ну ладно, дерево можно. О. По-моему, по поводу там 16 минуты я погорячился, уже 14 у меня уже аганим. Сука, заблочил точку, походу, да, и я ее не зафармлю теперь. А не, нормально, я задрот оказался. Транквилы выложим, надеюсь, никто их не сворует. Сейчас, мне тут чуточку до аганима. Правда, левел 11 как-то не стакается немножко, но все равно сильно. На 16 было бы поинтереснее. Так, сейчас руна хоста должна быть, да? Не, баунти. А, там уже топа нету. Так, аганим есть. Так, сколько там граница теперь? 425. Хорошая граница. Элеватор, по-моему, в таверну сейчас поедет. А я пойду под стилю пацанов каких-нибудь. Например, ну блин, Дазла не под стилю, конечно. А ну, если так. Стой. Я аж один раз щелкну и все. Не хочет. Кстати, Равага будет сегодня, уважаемый. Так, Некра, давайте, ломайте. Дай же мне. О, Бруда умерла. Тринт, дай армор! Броню. Что у Тринта? Ага, есть. Понял. Так, тихо, он же крутится. Этот отстанет от меня сегодня, моя иллюзия. Не, лянь, пристал. Сука, еще и догоняет. Ты задор. Тринт уебище не сейвит вообще. Так у него кулдаун, у него кулдаун был. Он потный, он сейвит как раз. Меня засейвил много раз. И опять засейвил. Уже 580 целый. Так, сейчас накручивать должен. Нет? Не хочет. Не хочет. Ну, тут тучка, а ну подраться. Так, а подраться мы вообще можем? А, так вот же. Вот она и драка, собственно. Так, накручивает. Отойти. Накрутчик. Так, Астан, по-моему, в единичку у него, да? Ну, неважно. О, щелк. Да нет, Тайда это очень тяжело убивать. А чё? Так, мне догон нужен. Догоном уже. Хотя с догоном маны хватать не будет. Сука. Сучары. Да ладно. Блин, там 430 был. Я б не убил. Просто я не попал с удара ни разу. О, так вот же он. Что у него так много ХП? Конечно, меня надо застанить морфом, чтобы я не состилил никого. Это правильно. Репорт алхимик.
Кинь дагер меня, а я Blade Mail нажму. Кинь дагер, а я Blade Mail нажму. Кинь дагер, а я Blade Mail нажму. Ну кинь дагер, пожалуйста. Да ты иди вообще отсюда. Своим гашем. Оп. Все, миссия выполнена. Блин, на самом деле такое. О, 900, блин. Так, блин, Тайда тоже не хочу. Какие-то они все жирные. Так, нет, Тайда можно еще. Включу Blade Mail. И разрублю. Все, маны нету. Ну, хотя есть стеканы. В принципе, хватит еще разок разрубить. Даже сагрить, возможно, если сейчас по-опытному. По-опытному, по-умному заюзать их. Итого 230 маны нам надо. Итого у нас ее хватает. То есть, главное, Blade Mail не нажимать. И хватит маны на первый ульт. Олег, привет. Это дядя Богдан. Приходи завтра ко мне в 3 часа, я почищу твои трубы. Спасибо большое за донат. По-моему, ты это ошибся стримом. Дядя Богдан, это не сюда. Вот и дядя Богдан пришел. Аганим бы выложил. Да смысл там уже чуть. Главное, чтобы не хватило на первый ульт. Можно было и аганим выложить. Мега гуд, найс идиот. Олег, смени ник. На эту надпись мерзкая смотреть. И не забудь про топ донатов. А то заставлю играть в Stray Online. Революционная экшн игра с мультиплеером до 10 даунов. Спасибо за донат. У меня к тебе вопрос. Чем тебе ник не нравится? То что ты имеешь против Данилы? Данилы? Нормальный никнейм. В поддержку СНГ команд.